Я бы и свой день рождения забыл, если бы она не напоминала. Просто извинись перед ней. Я же сказал... Ладно, что с тобой? Ничего. А что? Ты какая-то мрачная, я же вижу. Просто задумалась. Если хочешь поговорить, только скажи. Ага. Отставшие. Сколько? Не очень много. Хочешь попробовать? Ты уверен? Я сегодня щедрый. Видишь тот знак? Молодец. Они прибегут на звук. Мы тут зачем? Надо их грохнуть. Черт! Не забудь сделать поправку по высоте. Не торопись. Всех уложила. Еще там бывают, если не надоело. Ага. Откуда они прутся? Зимой здесь часто проходят орды. Но кто-то из них всегда остается. Каждый год по тому же маршруту? Да, как будто мигрируют. Что за миграция? Ну, когда атмосферное давление достигает определенной температуры... Да черт, не знаю. Возле сарая. Они движутся вниз по склону. Зачем? А, звериная туша. Проголодались. Готов. А мне нравится. Я поражу. Вроде никого. Думаю, здесь есть. Вон там, у подъемников. Смотри вон туда. Под кабинками. Возле башни. Видишь? Им нравится, как он гремит. Не спеши, освоишься. Ну же. Еще. Еще несколько. Люблю запах осени. Этот запах сухих листьев. Еще трое. Ну а то. Красота. Там еще парочка. Хорошо пошло. Да. У меня сначала не получалось. Больше вроде никого. И я не вижу. Ладно, пойдем. Может, Джоэл вернулся? Ага. Все, давай. Спасибо тебе. Это было очень кстати. Не за что. Дамы вперед. Я вообще-то не должен говорить, но Джоэл за тебя переживает. Да, все нормально. Чего он? Не сомневаюсь. Но если ты не будешь с ним общаться, он подумает, что-то случилось. Я общаюсь. Ну, надо не просто «привет, пока». Ладно, попробую.
Спокойно, ребята. Там только вы стреляли, да? Сняли пару отбившихся. Элли мой прицел пробовала. Понравился? Да, удобный. О. Я смотрю, ты забыла струны перетянуть. Не знала, что должна была. Ну да, ты... Мы тебе добудем новые. Да. Вон там музыкальный магазин. У них точно есть гитарные струны. Я к тому, что тут давно можно было бы чем-то поживиться. Я посторожу. Что скажешь, детка? Можно. Это наш шанс. Ты точно не пойдешь? Давай, иди. Он ждет. Ладно, поехали. Хорошо. Давай за мной. Ну, вы подстрелили кого-нибудь из зараженных? Всего парочку с гряды. А ты? Я, да так. Нашел пару бегунов в доме. Джесси говорит, ты себя хорошо показала в групповом патрулировании. Даже порекомендовал тебе в парный патруль. Но мне кажется, тебе еще рановато. Я стреляю лучше, чем большинство из них. И у меня опыта больше, чем у любого из новобранцев. Слушай, если ты считаешь, что готова, я тебе верю. Ну что ж, спасибо. Только сделай одолжение, начни с коротких маршрутов. А там посмотрим, как пойдет. Хорошо. Помнишь те комиксы «Дикие звезды», которые ты собирала? Ага. Мы с Томми нашли несколько выпусков, когда пробирались через ту школу. И как тебе? Да знаешь, я такое не очень люблю. Доктор Даниэла Стар очень уж... У нее дикий нрав. Что она устроила капитану Райану в том поединке? Ага. Ну, то есть он это заслужил, но... Мне понравилась история про побег. Шутник. Магазин там. Батарею придется оставить здесь. Ага, хорошо. Искра, смотри, не безобразничай. Вот этот магазин. Ага, вижу. Тебе помочь? Я сама. Тут мы не пройдем, наверное. Что? А, черт. Раньше можно было переплыть. Так, и что теперь? Ну, если не боишься, можем пойти через отель. Не боюсь. Погоди-ка, есть идея. Ты как, пролезешь здесь? Ну, попробую. Аккуратней там. Ага.
Я пролезла! Погоди! Хорошо. Ну, здрасте. Привет. Впечатлен? Да, ты просто тощая. Плохо питаешься. Не за что. У меня мурашки по коже. Я вижу, как пройти, но тут споры. Надевай маску. Это обязательно. Мы тут одни. А если кого встретим? Ну, ладно. Станешь носить маску, рано или поздно попадешься на глаза кому не следует. Не попадусь. Ты больше никому не рассказывала? Ни Джесси, ни Дине? Конечно, нет. Молодец. Ты сюда раньше заходил? Нет, мы патрулировали улицы. Теперь думаю, что, наверное, зря. Возможно. Этот труп тут давно лежит. А когда тут проходил патруль? Не знаю. Это кто-то из наших? Нет. В Джексоне никто не пропадал. Только те подростки в прошлом году. Этот явно старше. Наверное, случайно забрел. Иди сюда. Сюда решили. Ладно. Давай их грохнем. Thank you.
здесь зараженные. Вон там. Вон еще бегут, со стороны балкона! Готовься! Здесь бегут! Перед тобой! Сзади, сзади! Иди сюда! Смотри! Второй этаж! Бегу! Направо глянь! Джоэл, вроде отбились. Похоже на то. Ты молодец. Слушай, давай за струнами в другой раз сходим. Ты читаешь мои мысли. Но у нас нет выбора. Назад не пройти. По-моему, тут можно выбраться. Ну, иди. Thank you.
тебя! Справились же. Справились. Ты цел? Не считая того, что старый. Да полежу, отосплюсь, к утру все пройдет. Пойдем отсюда, а? Что ты делаешь? А вдруг там два топляка? Успокойся. Споры мы прошли. Фух, ничего себе, мы нарвались, да? Топляки в этих краях большая редкость. Да. Когда Джесси и Дина узнают, у них истерика случится. Эти двое в каких отношениях? Они вроде вместе. Там все сложно. А что? Я слышу, как Джесси про тебя говорит. Нет, мы с Джесси просто друзья. Не-не-не, у меня глаз алмаз. Я такой сразу подмечаю. Ну, а тут ты ошибся. Увидим. Не, не дождешься. Ты сможешь там протиснуться? Видишь, что там мешает? Да. Готово. Спасибо. Ага. Джоэл. А? Это они. Пара, сбежавшая в прошлом году. Да, ты права. Джексон — чудесное место, но мы больше не могли слышать о том, как другие страдают. Мы хотели помочь, хотели спасать людей. И часа не прошло, как мы наткнулись на Орду. Нас покусали. Мы решили, что лучше будет убить себя. Скажите нашей семье, что нам жаль. Адам и Сидни. Я застрелил ее. А себя не могу. Какой же я трус. Адам. Боже.
А вот были бы они иммунны. Ну, мы сходим за Томми и сможем отнести их тела в Джексон. Да. Когда ты забрал меня из госпиталя Цикад? Ты сказал, что таких, как я, десятки. Да, так они говорили. Я никогда не встречала других иммунных. А ты? Может, они скрывают? Как ты? Ты в это веришь? Это обязательно обсуждать сейчас? Мы пересекли всю страну, чтобы добраться до Цикад. У меня было к ним столько вопросов. Почему ты забрал меня, когда я была без сознания? Потому что они провели тесты. Я увидел, что они были бесполезны, и вытащил нас. Откуда ты знаешь, что бесполезны? Может, дай ты им больше Элли. Времени, они бы нашли какой-нибудь Элли. Способ. Лекарства просто нет. Ни этим людям, ни другим никак нельзя было помочь. Ты хочешь, чтобы все было не так, и я этого хочу. Но все так. Надо вернуть тела этих ребят домой. Или ты хочешь еще что-то обсудить? Нет. Ладно. Пошли. Столько всего оставили. Давай. Должно же быть что-то. Почему вы ушли? Что это?
Почти все уже ушли. Не знаю, к какому отряду я примкну. Я хотела пойти искать того контрабандиста и девчонку. Нам сказали, даже если мы вернем ее или чудом найдем кого-то еще с иммунитетом, это ничего не изменит. Единственный, кто мог разработать вакцину, погиб. Чудом найдем кого-то еще с иммунитетом. Это ничего не изменит. Элли! Нашел. О чем ты думала? Вот так взять и уехать посреди ночи. Надо предупреждать, а не оставлять какую-то записку. Скажи мне, что ты сделал? Соврёшь мне еще один раз, я уйду. Больше ты меня не увидишь. Но если скажешь правду, какой бы она ни была, я вернусь в Джексон. Скажи мне, Джоэл, этот проект с вакциной, убил бы тебя. Я остановил их. О, Господи! Не смей ко мне прикасаться! Я вернусь. Но это конец.